Любовь наших кошек. Сумки. Объемные, хорошие. Много чего можно в них переносить. Вмещает много-много покупок. Ну вот они тут. Мы ее оставили в уголочке. Они всю ночь тут играли. Вот, а в другом углу коридора стоят вот две такие коробки. Там все необходимое. Мы собираемся сегодня вечером готовить еду для наших птичек, в саду. Мы сами для них корм готовим. Потому что очень много птиц у нас в саду. И чтобы они не голодали, мы им кормушку большую сделали. И периодически сами готовим для них еду. Вот сейчас принесли из подвала эти коробки. Там, по-моему, молотые орехи и крупы разные. Ну, в общем, то, что птички с удовольствием кушают. Мы их потом смешиваем, если я не ошибаюсь, с кокосовым маслом. По-моему, это масло кокоса. Да, давно уже не делали, я забыла. Вот так вот. И вот Мими сейчас изучает, куда-то Томми пропал. Наверное, ему больше это дело не интересно. Ну, стоят себе белые коробки, стоят. У сумок его тоже нет, так что, наверное, Томми где-то гуляет, отдыхает. Может быть, изучает другие комнаты. Вот так вот. Прервемся, посмотрим, найдем ли мы Томми. Томми обнаружен в комнате, где стоит пианино. Вот, он на него взобрался и общипывал искусственную маленькую елочку. Вот. Давай, Томми, спрыгивай. Вот умничка. Все, уходим. Вот, покажу издали. Томми сейчас в коробке, ой, в коробке, господи, в кроватке у собачки был. Мими продолжает изучать коробочки. Вот, ну вот, надоело. Счастливо, друзья, пока!